Всем привет. Разбираю старый дом, раз завал. И вот что нахожу под полом. Ну, короче, там веранда, не то, не все. Железки. Сначала думаю, о, металл сдам. И сейчас до меня приходит мысль, для чего эти железки. Сейчас будем складывать печку. Если получится, мы эту печку затопим. А может, даже что приготовим потом. Смотрите, я сразу не понял, к чему это. Я их достал, разглядел. Правда, тут видно, что вековая пыль. Все ржавое, все в пыли, в паутине. Но это фигня. Сейчас мы будем это откладывать. Вот одна железяка. Вот так. Это, я так понимаю, станина. Основа. Надо куда-то снести. Где? Давайте сразу. Давай тут спекем что-нибудь. О, сразу тут на месте. Оп. Поставим ровно. О, есть такое дело. Ну, короче, сейчас все перенесем туда. Сейчас я все туда перенесу, и тогда будем складывать. Вот такая. Такая. Вот такие две штуки еще. Железяки. Правда, все ржавое. Жуть, как не ржавое. Ну, ничего. Как только я увидел вот эту штуку, я сразу понял, для чего это. Ну, глупо не понять. Это верх от печки. Можно готовить еду. Смотрите, какая шикарная штука. Это выход для дымовода. Сейчас мы это дело соберем. Так, ну и сверху эту станину. Во. Бля, тяжелая. Тяжелая. Во, все замкнулось. Теперь берем эти круги. Опс. Опс. И опс. Все, сюда дымовод. Вот она в сборе. Вот такая получилась печка. Сюда так тут подбрасываем дровишки. Да, а тут зола. Ну что, осталось запалить ее. Дымовод, правда, надо какой-то дым, чтобы стяга была. Трубу какую-то надо. Сейчас будем искать. Смотрите, что нашел. Это водосточная труба. Да? А это водосточная труба как раз... подходит. О, стоит. Супер. Конструкция выходного дня, смотрите. Тяга будет. Водосток. Это водосток, на самом деле. Водосток. Просто мы его приспособили для чего? Для печки. Ну что, погнали разжигать. Открываем. Закладываем. Сейчас попробуем. Спички. Ай, блин. Рассыпал спички, ну ничего. Сейчас будем пробовать разжигать. Смотрите, вот. Вот такая вот буржуечка. Она там уже горит. И вот так вот это выглядит.
А тут уже вовсю дымок. Смотри. Посмотрим. Ух ты, щепочки пошли гореть. Ну, супер. Ну, вот такая буржуечка. Я не знаю. Щепочки закрываем. Это поддувальце такое. Туго ходит, надо смазать. Ну, заржавело. Тут надо смазать будет, конечно. Так. Это полегче. Ой, как тут хорошо горит. Сейчас мы тут на... Еще не нагрелось. О, уже можно будет кружечку чая согреть. Ну, жесть. Вот еще подкинем дровишек. Дровишек подкинем. Ай-на-на-на-на. Ай-на-на, ай-на-на. Сейчас мы ее проклеим. Вся калина отсыпется. И она будет в рабочем состоянии. Ну, как вам печка? Вообще жесть, да? Смотрите, 12-14 рублей стоило. То ли дверца, то ли вся печка, не знаю. 14 рублей. Что за модель, не знаю, нигде не сказано. Можно пойти по кругу. Нигде нету никаких. О, щелкает там уже. Жесть, просто жесть. Ну все, на этом прощаюсь. Если кто знает, что это такое, ну пишите, интересно. Сколько ей лет-то хоть? Хотя где-то, наверное, надо все-таки какое-то клеймо найти. Не понимаю. О, уже тепленько. О, смотрите. Вещь. Буржуечка. Она ж нагреется, она тепленькая будет. Ой, четко. Тяжелые времена. Тьфу-тьфу-тьфу. У меня уже есть чем себя согреть. Всем удачи, всем пока.